На улице Урицкого городские службы прочищают ливневку от засоров. Специалисты говорят, чтобы самарские улицы не заливало, работу нужно выполнять регулярно. Собранный мусор вывозят на полигон. Такая чистка – важная работа. От нее зависит не только сухость, но и сохранность дорожного полотна. Ежедневно в городе работает от 8 до 10 бригад. Первая машина, которая с бочкой, соответственно, под высоким давлением размывает ил и отложение. А вторая машина откачивает отложение ил. На Урицкого промывают ливневку в целях профилактики. Недавно эту улицу и 7 других прилегающих к Крымской площади комплексно обновили на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу городского департамента городского хозяйства. Подрядчик менял люки и решетки ливневки, а затем вручную тщательно очистил ее от мусора и остатков асфальтобетона. За качеством работ следили специалисты инженерных систем, и оно сомнений не вызвало. Всего в городе уже прочищено 50 километров трубопровода, отремонтировано 700 колодцев. Основные работы по подготовке к весенним паводкам выполнены, но работа будет продолжаться и осенью, и зимой. Инженерные системы обслуживают 383 километра ливневок. И в этом году приняли более 2 километров бесхозных сетей, которые сейчас приводят в порядок. Также организация выделяет спецтехнику муниципальному предприятию благоустройства для того, чтобы помогать откачивать воду там, где нет ливневки. В процессе выпадения осадков и иловых наносов постоянно выполняются профилактические работы по тем адресам, местам, где есть подозрение подтопления. В конце зимы останется финальный штрих – пролить дождевые колодцы горячей водой, чтобы удалить ледяные пробки. Впрочем, и после первых снегопадов и минусовых температур этой осени все работы были выполнены в штатном режиме. С локальным образованием ледяных пробок специалисты справились оперативно. Контроль за состоянием ливневок ведут постоянно, в том числе и по обращениям граждан в диспетчерскую службу предприятия и социальные сети. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.